Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Конечно, не забудьте меня поддержать, ставьте лайк, подписывайтесь, кто еще не подписан. Нажимайте на черный звенящий колокольчик, тогда вы не пропустите ни одно мое видео. Делитесь моим видео со своими друзьями, пускай нас станет больше. Ну, а теперь давайте будем начинать. Приготовлю очень быстрый и очень простой в приготовлении салат, но который получается всегда вкусным. Буду готовить из консервы рыбной. Сегодня у меня скумбрия в масле. Я уже поставила отвариваться яйца, и как раз пока у меня они отварятся, я подготовлю все остальное. Перекладываю консерву сразу в салатник, в котором затем буду подавать, и разминаю рыбу вилкой. Масло не сливаю, я хочу, чтобы салат получился более сочным. Ну, вы, конечно, при желании можете слить. Дальше мелко нарезаю красный репчатый лук, и всегда у луковиц я вырезаю донышко, никогда его не использую, так как мне неприятен его привкус, и кроме того, это самая жесткая часть луковицы, но на мой взгляд она лишняя. И дальше нарезаю маринованные огурцы, добавляю все по вкусу, на глаз, вы используете пропорции такие, как нравится вам. И еще иногда делаю такой же салат, но вместо маринованного огурца добавляю кисловатое яблоко. Мне нравится сочетание рыбы и яблока, это на самом деле вкусно, но если для вас это неприемлемо, то тогда, конечно, это не вариант. Ну а так, это неплохой способ разнообразить меню. Также можно еще в салат с маринованным огурцом добавить отварной рис. Получается более сытный вариант, и, кстати, можно и к яблоку тоже добавлять рис, получается очень-очень вкусно. Добавляю немного черного молотого перца и еще красного острого перца. А дальше кладу еще нарезанную зелень укропа и затем нарезаю отварные яйца. И мне нравится нарезать вот при помощи такой овощерезки. Ну, я, правда, овощи на ней не режу, исключительно только яйца. Пропускаю их один раз, и затем при перемешивании они разваливаются на более мелкие кусочки. В общем, получается очень быстро и удобно. Дальше заправляю салат майонезом по вкусу. И вот такой быстрый, но в то же время очень-очень вкусный салат готов. Попробуйте приготовить, я надеюсь, вам понравится. И пишите, кстати, вот вы любите салаты с рыбными консервами или нет? И, конечно, не забывайте меня поддерживать, ставить лайк, подписываться, кто еще не подписан. Обязательно нажимайте на черный звенящий колокольчик, тогда вы точно ничего не пропустите. Делитесь моим видео со своими друзьями, пишите мне комментарии. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!